Каспийске, несмотря на жаркую погоду, продолжаются ежедневные работы по уходу за зелеными насаждениями. Сотрудники отдела озеленения МБУ «Зеленый город» проводят работы по обрезке сухих деревьев, стрижке кустарников, покосу травы и многое другое. На данный момент работы проходят по улицам Аминхан Султана, Хизроева, Ленина и Байрамова, а также на участках при въезде в муниципалитет. Помимо этого осуществляется полив молодых деревьев по улицам Акулиничева, Омарова, Комсомольской, Сады памяти и других объектах. Как сообщили в учреждении, сейчас также пропалывают землю на цветочных клумбах. После окончания работ по указанным адресам планируется уход зеленых насаждений в новой части города по улице Омарова, Кизилюртовской, Кавказской и других районах.